проспект Карла Маркса, 76. Дом был построен более 150 лет назад купцом Александром Леонидовым. В 60-х годах 19 века купец Александр Леонидов выкупил землю и построил здесь двухэтажное здание. Первый этаж здания занимал книжно-бумажный магазин. Верхний этаж арендовала Ставропольская публичная библиотека. В ней служил библиотекарь-революционер Герман Лопатин, высланный в Ставрополь под надзор полиции. Библиотека при нем превратилась в место схода гимназистов, семинаристов старших классов и высланных в Ставрополь студентов. Публичная библиотека имела прижизненные издания Пушкина, Лермонтова и Гоголя. В ней были собраны книги о философии, географии, культуре. Из периодических изданий в библиотеку поступало практически все, что выходило в России. Большое место занимали русские и французские романы, популярные среди гимназистов. Со временем на месте книжного магазина появился ювелирный, а библиотеку заменил ресторан «Астория». Для хранения ювелирных изделий на втором этаже дома оборудовали бронированную комнату-сейф с стальной дверью и звуковой сигнализацией. Комната сохранилась, но дверцы сейфов были срезаны большевиками. В советское время в здании был крайком комсомола, а в нижнем этаже расположился мясо-колбасный магазин. Сегодня в здании находятся магазины.